Привет, друзья! Сегодня краткий обзор полезной и действительно классной вещи для автомобиля. Пенная насадка для Кёрхера из AliExpress. Давайте ее протестируем. Поехали! Лет 8 назад я купил себе Кёрхер моделька 3, которая осталась в другом городе. В этом году я все-таки решился на покупку более мощной модели, а именно К5. В комплекте по акции к нему докинули пенную насадку, которой я пользовался все лето. На автомойках все равно пена получается лучше. И тут я понял, что дело вовсе не в Кёрхере и не столь в самой моющей жидкости, как в самой насадке. Копаясь на просторах AliExpress, я обнаружил магазин, который занимается продажей аксессуаров для Кёрхера. Я купил пенную насадку и пескоструйку, которую мы уже протестируем в следующих видео, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. А пока давайте сделаем пену. Более 5000 продаж, все отзывы положительные и одни восторженные пользователи. Ну что же, давайте проверим. Посылка приехала за 10 дней, в комплекте все необходимое для подключения и сборки. Фум-лента, заборная трубка с сетчатым фильтром, резьбовое соединение для подключения к пистолету Кёрхера, быстросъемное, сопло для пены с регулятором, открытка на русском языке от продавца и подробная схема подключения и из чего состоит насадка в целом. Для чистоты эксперимента я налил в одну емкость активной пены ГРЭС и разделил по разным пенным насадкам. И первым делом пробуем оригинальную кёрхеровскую, которая стоит в розничных магазинах около $10-15. Как видите, пена есть, стекает понемногу, забирая, растворяя грязь. Так, если в двух словах, я все 5 лет использовал такую насадку, и в принципе-то можно обходиться, но все останавливается, и пока вы не попробуете китайский вариант. Перегоняю машину, подставляем другой бок и первый тест. Не совсем правильно, конечно, я установил быстрый монтаж, нужно отрегулировать наклон, но не столь важно. Запускаем и немного подстраиваем распыление. Результат просто дико круче. Действительно получается снежная, классная, равномерная пена. Если немножко лучше подстроить, то можно добиться более четкого результата. Но и так, оригинал тут вообще никак не попадает и проигрывает. Эта пена держится дольше, стекает и растворяет грязь лучше. Через пару минут пена все еще держалась, а на обратной стороне уже, как видите, остались подтеки. Так что там нужно быстрее смывать или еще раз добавлять пены. Машину, конечно, помыл и время много не заняло, да и результат прям меня таки честно порадовал. Действительно стоящая вещь и на порядок лучше оригинала. Вообще не жалко денег. Надеюсь, пескоструйная насадка также не подведет. Ставьте лайк, так как чистая машина едет быстрее. Не пропускайте новые видео, подписывайтесь. При покупке немножко сбивайте еще цену, смотрите динамику цен при помощи проверенного мной кэшбэк-сервиса Letyshop. Ссылка самая первая под видео. Подключайтесь. Всем спасибо за просмотр. Чистой машины. Увидимся.